Уважаемые слушатели, здравствуйте. Давайте сначала проведем эксперимент. Я лектор профессиональный, в этой аудитории много раз проводил лекции. Есть ли без микрофона? Нет. Нет? Хуже? Первый ряд слышит. Первый ряд слышит, да? Ну давайте, хорошо, давайте. Давайте, хорошо, давайте с микрофоном. Так, сейчас я проверю. Работает? Ну, я смотрю, что здесь сегодня не две лекции, а четыре. На самом деле Дмитрий Альбертович и Сергей Иванович, по-моему, уже прочитали такие небольшие маленькие лекции. Действительно, о роли Николая Ивановича Лобачевского вот в физическом образовании будет отдельная лекция, и об этом будет много рассказываться. Цель моей сегодняшней лекции, ну, практически точно выражена вот в названии, которое вы видите. «Геометрия Лобачевского и новейшие достижения в теории гравитации и космологии». И я буду говорить о том, какая связь, собственно говоря, геометрии и физики. Начать я хочу очень и очень издалека. Ну, вот видите, на слайде присутствуют слова «древний мир». Вот. Но прежде чем комментировать этот слайд, я хочу вспомнить свои ощущения школьные. Значит, сейчас уроков геометрии в школе нет. Есть урок математики, если я не ошибаюсь, да? В наше время была алгебра, была отдельная геометрия. Ну, я был не самый плохой школьник, учился неплохо, но как я воспринимал геометрию и как школьники воспринимают геометрию и тогда, и сейчас? Это математическая дисциплина, абсолютно оторванная от всего. Ну, просто надо ходить на уроки, надо делать школьные домашние задания, доказывать какие-то теоремы. И это интересно людям, которые склонны к математике. Ну, конечно, никакой связи с реальной жизнью тогда мы не чувствовали. Значит, я хочу напомнить вам общеизвестный факт, что геометрия с греческого переводится как измерение Земли, землемерие. Да? Геометры – это землемеры. Сейчас есть геодезисты, но для них слово «геометрия» уже занято, их называют геодезистами. Хотя вот геометрия – это землемерие. Чуть-чуть истории и небольшие иллюстрации. Как возникла геометрия? Она так и возникла. Надо было измерять Землю. Надо было собирать налоги с Земли. И в Вавилоне, и в Египте, и в Индии, и в Китае, и в Греции была одна и та же задача. Ну, если кто там немножечко знает историю, в Египте была река Нил, которая разливалась, оставляла после себя илистые берега, и только там все хорошо росло. Но каждый раз после разлива Нила надо было все перемерять. И чиновники фараона все перемеряли, и надо было это делать хорошо. Вот они занимались землемерием. Для того, чтобы перемерять, надо знать какие-то элементарные математические формулы, проводить какие-то элементарные математические вычисления. И в древнем мире совершенно из практических соображений были заложены основы геометрии. Ну, вот видите, значит, египетский треугольник. Это делалось на практике так. Веревка, 12 узлов, складывался треугольник со сторонами 3, 4, 5. И люди с помощью такого нехитрого устройства измеряли прямой угол, потому что получался прямоугольный треугольник. И это действительно делалось так. Это зафиксировано во многих документах. Вот. А тогда же надо было как-то вычислять площади. Если вы думаете, что это совсем недавно люди научились делать, нет, это очень древняя история, и площадь прямоугольника – это А умножить на Б, площадь треугольника надо поделить пополам. Дальше шла процедура, которая сейчас называется процедура триангуляции, то есть разбивали на треугольники и вычисляли площадь земельных участков. Вот. Значит,
Здесь нормально видно, а то у меня на экране не видно. Ну и как такой факт, который в свое время мне был очень самому понравился, что а как измерить площадь круга? Ну попробуйте это сами сделать. Вот, уподобившись древним египтянам, ну вот египтяне, видите, нашли некоторую формулу, значит, связывающую площадь круга и диаметр. Ну, на современном языке, значит, они вычислили отношение площади и диаметра и нашли, что это отношение равняется примерно 3,16, да? Вот, 16 делить на 9 в квадрате. Ну, я уж не буду называть вам число π точное. Надеюсь, что вы знаете, по крайней мере, первые ряды, да. Это шутка. Первые ряды – это наша профессура, значит, да. Вот. Значит, я продолжу знакомство с геометрическими знаниями древних. Значит, я еще раз повторюсь, что геометрические знания – это знания, которые пришли эмпирическим путем. Это не абстрактная математическая какая-то наука, это знания эмпирические. Это знания, реально пришедшие из необходимости измерять площади и так далее. Среди вот этих знаний, значит, у египтян было понятие параллельных прямых. И картинка, ну, я не нашел ничего более оригинального, как нарисовать такого муравья. И муравей бежит по прямой линии. Значит, здесь возникает вопрос, который я вам задам и обсуждать не буду. Во-первых, почему по прямой? Во-вторых, что такое прямая линия? Определите, пожалуйста, что такое прямая линия. Дайте сами самостоятельно определение прямой линии. И почему надо бежать по прямой, а не по какой-то другой линии? Вот. Чем прямая линия так выделяется среди прочих линий? Ну, я вот сейчас только, размышляя о том, как я начну делать доклад, я вдруг понял, что надо было сделать еще один слайд. Как прямая линия определяется в аксиоматике Евклида? Ну, вот точка, говорит Евклид, это то, что не имеет длины, ширины, высоты. Вот что такое точка. Прямая не имеет ширины и высоты, длину имеет. Хорошее это определение или плохое? Это, пожалуйста, подумайте и дайте свое хорошее определение. Ладно, интуитивно мы понимаем, что такое прямая, все это хорошо понимают, и муравей бежит по прямой линии. Теперь появляется второй муравей, и тоже бежит по прямой линии, и эти линии параллельны. Опять же, понятие параллельных появилось абсолютно из сугубо практических целей в древнем мире. И надо было просто здания строить, чтобы они были не какие-то абстракционистского такого толка, а нормальные, хорошие здания. Ну и, значит, что такое параллельные линии? Это линии, которые не пересекаются. А что значит не пересекаются? Это значит, что если мы продлим эти линии, они по-прежнему не пересекаются. А если мы еще продлим эти линии, они по-прежнему не пересекаются. Ну, опять же, интуитивно ясно. Параллельные – это те линии, которые не пересекаются. Ну, вот здесь давайте уже перейдем, собственно говоря, к Лобачевскому. Тут надо… Я зачитаю просто, вы можете прочитать, но я зачитаю. Лобачевский в своем труде «Новое начало геометрии» с полной теорией параллельных вот писал: «Напрасные старания со времен Евклида в протяжении 2000 лет заставили меня подозревать, что в самых понятиях еще не заключается той истины, которую хотели доказывать и которую проверить, подобно другим физическим законам, могут лишь опыты, каковы, например, астрономические наблюдения». Лобачевский с самого начала своей математической деятельности, построения неевклидовой геометрии, совершенно осознавал, что это не просто абстрактные понятия, это абстрактные понятия, которые пришли к нам из эмпирического знания, из знания
того, как устроен физический мир, как устроена природа. И в частности, когда мы говорим о параллельных линиях, это не абстрактное понятие, а это понятие, которое именно приходит из физического мира. Ну и я несколько раз буду цитировать академика Павла Сергеевича Александрова, который написал совершенно замечательные комментарии к трудам Лобачевского. Вот Николай Иванович Лобачевский, краткий очерк жизни и деятельности. Вот академик Александров, видите, говорит, что бессмысленно спрашивать, можно ли через данную точку провести к данной прямой одну или две параллельных прямых. Прямые ведь в области непосредственных опытных данных, необработанных математической абстракцией, вообще не существует точек и прямых в том идеализированном смысле, в котором их понимает геометрия. Тем более бессмысленно спрашивать, пересекутся или нет две данные прямые. Физические прямые поставлено было у Александрова. Например, два световых луча, так как никогда и ни в каком физическом опыте эти прямые не даны в их бесконечной протяженности, а даны лишь большие или меньшие их отрезки. Я делаю свой доклад, свою научно-популярную лекцию в стенах Института физики, и я еще раз обращаю ваше внимание, что геометрические знания идут из наших эмпирических знаний, из знания устройства физического мира. Но, тем не менее, вот здесь прозвучало в словах Лобачевского, что в течение 2000 лет, а даже больше на самом деле, потому что Евклид написал свою знаменитую книгу, точнее говоря, не книгу, а там было 13 было книг, вот, где были изложены начала математики, там не только геометрия, и теория чисел, и другие области математики. Вот. Сам Евклид фактически он просто собрал те знания, аккумулировал те знания, которые были до него, но сделал он настолько блестяще, и фактически от него отсчитывается аксиоматические методы построения математики, разных разделов математики, что в течение 2000 лет начало Евклида служили просто учебником. И, наверное, кстати, это ноу-хау, наверное, эту книгу надо внести в книгу рекордов Гиннесса, потому что еще в 19 веке школьники учились в некоторых школах и в университетах по книге, которая свыше 2000 лет. Ну и возвращаясь к Лобачевскому, я математическую часть оставлю следующему докладчику в основном. Вот. Ну, сейчас я... Да, к Лобачевскому потом мы чуть-чуть вернемся. Я хочу сказать, давайте вернемся к параллельным линиям. Вот я снова рисую двух муравьев. Каковыми мы с вами, собственно, и являемся, потому что мы очень такие маленькие создания в нашей Вселенной. И все, что мы можем охватить, это очень маленький участок всей Вселенной, всего мира. И вот эти муравьи бегут по параллельным линиям. Ну, тут вы уже видите, какое-то искривление присутствует. Но на самом деле выясняется, что они бегут вот по яблоку и... эти параллельные линии пересекаются. Здесь я опять возвращаюсь к вопросу, что есть параллельные линии? И может быть, я вас обманываю, и муравьи должны бежать по каким-то другим линиям, которые не будут пересекаться. Но, пожалуйста, это не задача моей лекции. Я просто вам скажу, подскажу, что в качестве параллельных... Ну, может быть, кто-то мне скажет, только не первые ряды, пожалуйста. Вот. Да. А то сейчас особенно математики начнут мне подсказывать, а потом еще критиковать, что я неправильно определяю. Но тем не менее, что такое параллельная линия вот, с точки зрения вот этого муравья? Ну, я скажу так, очень просто. Параллельная линия между двумя точками, отрезок параллельный, это кратчайшая линия, которая связывает эти точки. И когда мы говорим, что муравьи бегут по прямым линиям, прямые здесь мы берем в кавычки, и на самом деле они бегут по линиям, которые называются геодезическими линиями этого пространства.
эти линии, кратчайшие линии, между соединяющие две точки вот этого пространства. Ну, смотрите, значит, муравьи бегут по прямым, и прямые пересекаются. В геометрии Евклида такого быть не может, прямые там совершенно имеют определенный смысл, конечно, прямые никогда не пересекаются. Здесь что-то такое странное, прямые пересекаются. Ну, другой рисунок, другие муравьи в другом мире, они бегут по параллельным линиям, и оказывается, что эти параллельные не то что пересекаются, они начинают расходиться. Опять же, еще и еще раз я возвращаюсь к этому вопросу, что такое параллельная линия, и для того, чтобы обсуждать различные геометрии, ну, здесь вот надписи вы видели, одна геометрия сферическая, другая геометрия гиперболическая. Для того, чтобы обсуждать смысл геометрии, надо понимать, о чем идет речь, что там является прямыми в этих геометриях. Вот. Глядя на эти картинки, вы можете сказать, так это же элементарно, и здесь ничего такого особенного нет. Но дело в том, что человеческий опыт был такой ограниченный, а авторитет Евклида был настолько велик, что в течение многих сотен лет даже не помышляли о том, что могут существовать какие-то другие геометрии. И опять же, вот Евгений Николаевич, я думаю, об этом будет подробно говорить. Вот аксиома о параллельных, ее пытались много-много раз доказывать, и она казалась непререкаемой. Параллельно они не пересекаются, и эту аксиому я сейчас сформулирую, тоже все-таки покажу. Не смог обойтись без нее, конечно. Вот. Я показываю здесь аксиому Лобачевского у параллельных. Ну и аксиома Лобачевского звучит следующим образом. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходят, по крайней мере, две прямые, лежащие с данной прямой в одной плоскости и не пересекающие ее. Эта аксиома является полным отрицанием аксиомы параллельных Евклида, которая утверждает, что через данную точку можно провести одну, единственную прямую, ну, в данной плоскости, не пересекающую данную прямую. Это аксиома, отрицание аксиомы Евклида. Ну и много сотен лет народ пытался именно показать, что аксиома Евклида – это не аксиома, а теорема, которая следует из предыдущих аксиом, из других аксиом аксиоматики Евклида. Лобачевский поступил, пошел по такому пути. Он это доказательство от противного, то есть предположил, что эта аксиома выполняется, и стал строить геометрию, отталкиваясь от утверждения этой аксиомы, и стал получать различные следствия. С какой целью? С целью показать, что эта аксиома приводит к противоречиям, и значит, она заведомо неверна. То есть мы говорим, предположим, что вот это выполняется, и начинаем строить различные следствия, потом получаем противоречие, говорим, ну вы видите, ну как это же, такого быть не может. Но, ну и сама вот эта картинка, которая, так сказать, если ее вот так нарисовать, это же очевидно, что аксиома Лобачевского неверна. Ну как, вот две прямые, они обязательно пересекут эту третью прямую, правильно? Но это проблема этой картинки, а не проблема аксиомы. Эта картинка неправильно иллюстрирует аксиому. Но, тем не менее, всегда рисует вот такую вот картинку. То есть существует, по крайней мере, две прямых, не пересекающих данную напрямую. Лобачевский построил много следствий аксиомы Лобачевского. Не нашел никаких противоречий, а вместо этого развил новый математический аппарат, он развил новую геометрию.
Эту геометрию сам Лобачевский называл воображаемой геометрией. Сейчас, естественно, геометрию называют геометрией Лобачевского. И геометрия Лобачевского является одним из примеров неевклидовой геометрии. То есть это заведомо неевклидовая геометрия. Вот. Ну и для того, чтобы немножечко просто проиллюстрировать, вот я привел тут некоторые широко известные факты геометрии Евклида и воображаемой геометрии Лобачевского. Факты, которые, я уверен, вам известны. Ну вот, сумма углов треугольника постоянна и равна двум прямым углам. 180 градусов. Всякий школьник это знает. Воображаемая геометрия Лобачевского. Сумма углов треугольника, во-первых, не равняется 180 градусов. Более того, она не постоянна, и от треугольника к треугольнику она меняется. И всегда меньше двух прямых, меньше 180 градусов. Для того, чтобы это проиллюстрировать, мне пришлось нарисовать вот такой треугольник, который, конечно, состоит не из прямолинейных отрезков, а из дуг окружностей. Сумма всякого выпуклого четырехугольника равна четырем прямым. Ну, это простое следствие вот первого факта. А в геометрии Лобачевского сумма углов выпуклого четырехугольника меньше четырех прямых. Ну и в частности, это означает, что в геометрии Лобачевского не существует прямоугольников. Вы не сможете построить прямоугольник, и поэтому, так сказать, вот чиновники фараона, они бы сильно огорчились, что они не могут садовые участки вот эти древних египтян разбить на прямоугольники. Еще очень такой любопытный факт. Вы знаете, что такое подобные треугольники. Ну и в геометрии Евклида всякий треугольник имеет подобный треугольник. Это треугольники, у которых соответствующие углы равны. Вот. Но это разные треугольники. Вот один треугольник, вот подобный ему треугольник. Углы при вершинах равны, но треугольники не равны, у них площади различны, длина сторон различна и так далее. А в геометрии Лобачевского совершенно удивительный факт. Подобных треугольников не существует. То есть если у двух треугольников равны три угла, то это уже признак равенства треугольника, а не признак подобия. Такие треугольники равны, а не подобны. Ну, с точностью до ориентации в пространстве, там, на плоскости. Вот. Детально геометрия Лобачевского, я думаю, будет изложена в следующем докладе. Я пойду дальше. Значит, большая драма, человеческая драма Лобачевского заключалась в том, что при жизни геометрия Лобачевского, воображаемая геометрия, так и не была признана. Ну, уже были лекции, вот Лилиана Рафиковна делала доклад, там известны факты, что Гаусс ознакомился с трудами Лобачевского и где-то там себе так тихонечко сказал, какой он молодец. Нет бы, чтобы громко сказать, он там что-то, другу написал письмо, вот, что вот, мол, молодец. Но на самом деле геометрия Лобачевского, она не нашла поддержки у математиков и ведущих математиков того времени. И отчасти это было связано с тем, что сам Лобачевский называл свою геометрию воображаемой, но вообразить эту геометрию никто не мог. У всех в голове таким высеченным клеймом стояли прямые на плоскости Евклида, и представить себе, что существует более одной прямой, не пересекающей данную, было очень сложно. Это тот же академик Александров в своей заметке писал, что даже трудно упрекнуть математиков того времени, потому что это нужно было сделать какой-то переворот в сознании. Настолько геометрия Евклида считалась непревзойденной и идеальной, что ничего другого вообразить нельзя было. Но
для того, чтобы вот математики здесь присутствующие знают, что мало построить, вывести какие-то следствия, мало доказать теоремы. Пускай этих теорем будет 100, 1000. Но это еще не означает доказательство непротиворечивости математической модели, которая строится, стартуя с аксиом. Потому что нужно, ну потому что, может быть, вы построите 1000 следствий, а 1001 будет неверно. Это поэтому, сколько бы вы ни строили, не доказывали теорем, это ничего еще не доказывает, это просто делает хорошие иллюстрации. Ну, в действительности для геометрии нужно построить модели, где реализуются все аксиомы геометрии. Ну и такие модели были построены, ну, уже после того, как Лобачевский умер. Это были 60-е годы, да? Вот я здесь называю модели псевдосферы Бельтрами. Ну, это такие известные картинки, взятые мною, честно говоря, из интернета. Вот. Модель Клейна. Евгений Николаевич скажет, что это Бельтрами Клейна модель, я так понимаю, да? Ну, а я скажу, что это Келли Клейна модель. Ну, это не будем спорить. Вот. Модель Пуанкаре. Значит, ну, чуть-чуть, вот они здесь на доске нарисованы, эти модели, просто чуть-чуть скажу в качестве иллюстрации. Вот особенно меня интересует модель псевдосферы с точки зрения моего доклада, моего выступления, потому что модель псевдосферы, вы видите, что это искривленное пространство, искривленная поверхность, и математически, если говорить, что эта поверхность отрицательной кривизны, причем постоянной отрицательной кривизны. Ну и поскольку это искривленная поверхность, то опять мы возвращаемся к определению прямых на искривленной поверхности. Прямых в кавычках. То есть это геодезические линии. Ну и если мы построим прямые на псевдосфере, то вот мы видим, вот прямая, а вот здесь несколько прямых, который не пересекает данную прямую. Всегда можно на псевдосфере через данную точку провести несколько прямых, не пересекающих данную. И, ну вот, что касается конкретно этой модели, модели псевдосферы, эта модель была исследована математиком Бельтрами, и он показал, что геометрия, построенная на псевдосфере, в точности есть геометрия плоскости Лобачевского. Ну, если говорить более точно, части плоскости Лобачевского, некоторые области плоскости Лобачевского. Позже были построены другие модели, модель Клейна. Ну, здесь вся плоскость Лобачевского заключена вот в этом круге. Граница круга здесь исключена, и поэтому прямые в этой модели – это хорды в этом круге. И всегда можно построить несколько хорд, не пересекающих данную хорду. И, соответственно, и аксиома о параллельных, и все другие аксиомы здесь выполняются. Ну, это требует некоторых математических упражнений. Я это делать не буду. Ну, вот давайте я то, что я сказал, я опять подчеркну словами известных математиков. Лобачевский «Коперник геометрии» уже звучало много раз, наверное, на этих лекциях. Да? Это сказал Уильям Клиффорд, известный математик, впервые. И эта оценка закрепилась за Лобачевским. Ну, а в своей статье Александров сказал, как ученый Лобачевский в полном смысле был революционером в науке. И подобно тому, как Коперник разрушил вековечный догмат о неподвижности Земли, так и Лобачевский разрушил заблуждение о неподвижной, раз навсегда данной, единственной мыслимой геометрии. Имеется в виду геометрия Евклида. Вот действительно, опять я еще раз повторю, действительно, Александров даже нашел слова оправдания вот, к некоторым гонениям на Лобачевского, неприятию его математических построений, потому что для этого нужно было быть таким же революционером, как сам Лобачевский, чтобы принять его теорию на тот момент.
Ну, я свои слова здесь вставлю, пару своих слов. Я вот, готовясь к лекции, я подумал, что Лобачевского можно назвать не только Коперником геометрии, его скорее даже можно назвать Колумбом геометрии. Почему? Потому что он, как Колумб, открыл целый материк. А Лобачевский не только построил геометрию, которая сейчас носит его имя, геометрия Лобачевского, но он показал, что существует не евклидовая геометрия. И вот этот сдвиг в сознании, сдвиг в мышлении породил целую область неевклидовой геометрии. Ну и сейчас всякий математик знает, что это огромная область математики, неевклидовой геометрии. Она не ограничивается только геометрией Лобачевского. Поэтому Лобачевский вышел, как Колумб вышел на кусочек суши маленький. Оказалось, что этот маленький кусочек суши – это огромный материк, который до сих пор исследуют математики. Ну, значит, перейдем ко второй части доклада. Да, я не засек время. Сколько у меня? Кончилось? Ну, мои коллеги знают, что мне достаточно одного слайда, чтобы полуторачасовую лекцию прочитать. Вот, так что готовьтесь. Нет, без слайдов я не люблю. Так, значит, давайте все-таки я буду сейчас говорить больше о том, чем занимаюсь сам. В начале 20 века была создана общая теория относительности. И общая теория относительности – это теория гравитации. Ну, релятивистская теория гравитации, которая была создана Альбертом Эйнштейном, поэтому здесь вот, если кто не знает, это портрет кого? Это портрет Альберта Эйнштейна, да. И, значит, почему общая теория относительности, почему теория гравитации? Значит, потому что так же, как Лобачевский совершил революционный переворот в сознании математическом, так и Эйнштейн, сам он говорил, что мы стоим на плечах гигантов, имея в виду Ньютона, вот, но так же, как Евклид был предшественником Лобачевского, так Ньютон был предшественником Эйнштейна. Значит, что означает общая теория относительности или релятивистской теории гравитации? Значит, в классической физике, ньютоновской физике, у нас существует пространство, в котором расположены объекты, мы с вами находимся в трехмерном и евклидовом пространстве. Вот даже если вы это не осознавали, вы сейчас осознаете, что вы находитесь в трехмерном евклидовом пространстве. Это не пространство где-нибудь в учебнике находится, а вы находитесь в пространстве. Ну и Ньютон полагал, что это трехмерное, такое же неизменное пространство. И еще есть время, которое течет независимо от пространственных каких-то координат. Время независимо от пространства и одинаково во всех точках пространства. Вот это абсолютное пространство и абсолютное время ньютоновской физики. И точно так же долгое время считалось это абсолютным фактом, неопровержимым. И вы знаете, что теория Ньютона после ее создания она достигла удивительных результатов. Было в рамках теории Ньютона, в рамках теории гравитации ньютоновской получено описание множества астрономических фактов, множества фактов классической механики и так далее, и так далее. Эта теория грандиозна по своему масштабу, но со временем, как это бывает в науке, накапливались новые знания, новые понимания, которые не находили объяснения уже в рамках ньютоновской теории. Ну и тогда была создана, Эйнштейн создал новую теорию,
И самое важное в этой теории заключается то, что он отказался от представления об абсолютном пространстве и независимо от этого пространства времени. Значит, Эйнштейн постулировал, что пространство неотделимо от времени. Это означает, что время в разных точках пространства вообще может течь по-разному. И все это вместе образует единое физическое пространство-время, так это называется. И геометрия этого пространства, она не евклидова. Вот это самое важное. Геометрия пространства-времени физического, она не евклидова. Геометрия пространства-времени определяется материей, которая заполняет пространство-время. Здесь это схематически нарисовано, но вот некоторый шарик, Солнце, которое никак не влияет на геометрию пространства в ньютоновской физике. Здесь некоторое абстрактное Солнце, которое на самом деле искривляет, изменяет геометрию вокруг, в окрестности себя. Ну, вот здесь показана другая картинка, я ее прокомментирую. Значит, почему почти такая же картинка, но здесь, смотрите, здесь вот есть два объекта, Земля и Луна, оба объекта искривляют пространство. Если бы не было искривления пространства, если бы не было никакого искривления пространства, то движение этих объектов, движение Луны вокруг Солнца, прекрасно бы описывалось в ньютоновской физике. И это законы Кеплера. Вот. Но объекты искривляют пространство. И это означает, что искривление пространства уже изменяет само движение объектов. Само движение объектов. Поэтому на самом деле, оказывается, в релятивистской теории гравитации не только материя воздействует на геометрию пространства, но и геометрия пространства взаимно, обратно определяет динамику материальных тел. Значит, мы видим, что геометрия пространства и динамика взаимосвязаны. На картинке это показать очень просто, но Эйнштейн не только это показал, но и построил свои знаменитые уравнения, описывающие релятивистскую теорию гравитации. Ну, а я совсем забыл про этот слайд. Вот с удовольствием вам расскажу содержимое этого слайда. Значит, давайте обсудим, ну вот искривление пространства. Пространство искривлено, геометрия пространства не евклидова. Но мы физики, я физик. Да, значит, мы должны как-то охарактеризовать, а что такое, значит, искривление пространства? Искривление пространства определяется вот такой величиной, которая называется гравитационный радиус тела с массой m. Вот, значит, g – это гравитационная постоянная. Вот ее такое значение, видите, 10 минус 11, не очень большое значение, даже, я бы сказал, маленькое. C – это скорость света, и гравитационная постоянная скорость света – это фундаментальные константы физики. Фундаментальные на данный момент, значит, они считаются неизменными. Это константы. Данные нам откуда-то свыше. Ну и m – это масса тела. Вот этот параметр, который называется гравитационным радиусом тела, он характеризует степень искривления пространства телом массы m. Ну и для того, чтобы вы поняли, что такое эта степень искривления, давайте, вот я привел некоторые цифры. Вот масса Земли, вот радиус Земли, вот гравитационный радиус Земли. Вы видите, гравитационный радиус Земли чуть больше 8 миллиметров. Вот такой гравитационный радиус Земли. Для того, чтобы теперь охарактеризовать степень искривления, мы должны безразмерный какой-то параметр, мы должны гравитационный радиус Земли поделить на радиус Земли. Ну и получается 10 минус 9 степени. 10 минус 9 степени, если сравнить с единицей, ну это 10 в 9 – это миллиард, да, вот есть миллиардер, а у вас 1 рубль. Вот как сравнить, я масштаба даже не знаю. Миллиард рублей и 1 рубль. Вот, значит,
Это сравнение показывает о том, что на самом деле, да, Земля искривляет пространство, и это искривление означает неевклидовость, но степень этой неевклидовости 10 минус 9. Возьмите любую рулетку, линейку и попробуйте измерить вот с такой степенью. У вас это получится очень плохо. Но, может быть, надо Солнце взять, потому что, видите, здесь стоит масса. Здесь параметр, который меняется, это только масса. Давайте возьмем массу побольше, то есть возьмем Солнце. Ну, и гравитационный радиус Солнца уже побольше. Он уже не 8 миллиметров, а он уже, видите, почти 3 километра, гравитационный радиус Солнца. Но степень искривления, тем не менее, 10 минус 5. То есть даже такой тяжелый объект, как наша звезда по имени Солнце, искривляет пространство очень-очень мало. Это на самом деле означает, что евклидова геометрия выполняется с огромной степенью точности в тех масштабах, в которых мы существуем. И это, в частности, объясняет тот факт, что долгие сотни лет евклидова геометрия прекрасно описывала наш мир, и не было никакой нужды придумывать что-то другое. Да, геометрия пространства-времени, наверное, я совсем коротко пробегу. Значит, я вот покажу. Смотрите, в классической физике вот расстояние, то есть это здесь теорема Пифагора. Если кто еще помнит из школы теорему Пифагора, это вот сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы. И на самом деле именно так и измеряется расстояние в евклидовой геометрии. Здесь бесконечно малое превращение расстояния. Вот это расстояние в плоском евклидовом пространстве. Значит, в специальной теории относительности, это плоские варианты евклидовой геометрии, но уже не евклидово, потому что здесь стоит время. Появляется вот такой интервал, и расстояние между пространственно-временными точками, которые в этом случае называются событиями, измеряется вот по такой формуле. И пространство с такой геометрией называется пространством Минковского. В общей теории относительности пространство, расстояние между точками измеряется уже. Во-первых, это пространство искривленное, и оно измеряется вот с помощью такой общей формулы. Это квадратичная форма, превращение координат. Я быстренько проговорю эти слова. Вот. И на самом деле вы видите, что в римановой геометрии, которая описывает искривленное пространство-время, появляется целое множество параметров, которые называются коэффициентами метрики. И это множество параметров как раз и содержит в себе всю информацию о геометрии пространства. Но самое главное, дальше мы можем построить некоторые тензорные величины, которые характеризуют кривизну пространства времени. Вот это мне понадобится для того, чтобы просто вам показать уравнение Эйнштейна. Но самое главное, что это пространство искривленное Риманного пространства, и пространство физическое, в котором мы существуем, оно искривленное. И прямых линий, в смысле Евклида, в этом пространстве просто не существует. Еще немножечко формул, не математики, но формул. Уравнение Эйнштейна – это как раз и есть уравнение, которое связывает между собой геометрию пространства и распределение вещества в этом пространстве. Геометрия Вселенной описывается вот с помощью метрики, с помощью некоторых тензорных величин, которые называются, там есть тензор Римана, тензор Ричи, строится из компонент метрики. А материя описывается тензором энергии импульса. Тензор энергии импульса – это величина, которая содержит в себе плотность энергии, плотность массы, давление, то, что описывает физическую материю. И это знаменитое уравнение Эйнштейна, которое в левой части уравнения Эйнштейна стоит. Это чисто геометрическая часть, а в правой – это чисто материальная часть. И поэтому уравнение Эйнштейна связывает между собой геометрию пространства времени и распределение материи.
Ну вот, давайте я вам теперь еще раз покажу. Значит, что же такое прямые в искривленном пространстве? Я уже несколько раз произносил эти слова. Что, пора, Сергей Иванович? Две минуты? Хорошо. Четыре. Значит, смотрите. Значит, вот я теперь рисую искривленное пространство и рисую прямые линии в этом искривленном пространстве. Но поскольку пространство искривленное, то прямые линии – это геодезические. И мы видим, что параллельные на самом деле становятся уже какими-то кривыми линиями, и что-то с ними происходит. Вот теперь те факты, которые позволяют нам проверить непосредственно, что наше пространство, время, в котором мы живем, действительно искривленное. И действительно мы обязаны использовать неевклидовую геометрию для описания геометрии нашего пространства. Но поскольку есть у нас отклонение, искривление линий, то это искривление линий можно проверить, рассматривая отклонение луча света в гравитационном поле. Но смотрите, это картинка. Вот это мы, это Солнце, а здесь Луна. Луна нужна для того, чтобы затмение Солнца сделать. Ну и удаленные звезды, свет, который идет от звезд. Вообще говоря, свет – это потоки фотонов, безмассовых частиц. В теории Ньютона, если нет массы, то нет и притяжения. И в теории Ньютона фотон должен просто пролететь по прямой и улететь, вот он полетел, и мимо Земли куда-то улететь. Но в теории Эйнштейна пространство искривлено, поэтому все частицы, включая фотон, двигаются по геодезическим, и мы можем увидеть звезды, которые затенены Солнцем. Это называется отклонение луча света в гравитационном поле. И астрономы, сам Эйнштейн этот эффект предсказал. В 1919 году было затмение Солнца, была специально организована экспедиция Эддингтона, и этот эффект наблюдался и прекрасно совпал с расчетами, которые сделал сам Эйнштейн. Значит, то же самое сейчас. Этот факт проявляется как гравитационное линзирование. Это тот же самый факт, но только факт, который на космологических расстояниях наблюдается. В качестве гравитационной линзы выступает у нас какой-то большой объект, галактика. И эта галактика искривляет свет объектов, находящихся далеко. Вот эта картинка здесь показана. И в результате этого искривления, такое искривление действует как линза, но только как гравитационная линза. И, во-первых, это показывает прямо нам, что пространство искривлено. Во-вторых, это позволяет нам, зная параметры вот самой линзы, получать оценки. Ну, вот мы говорим, что галактика имеет такую-то массу. А как это определяется? Вот с помощью эффектов искривления это можно все сосчитать. Ну и вот я показываю тут картинки типичные. Значит, это не испорченная оптика. Нет, тут самый лучший спирт использовался для протирания этой оптики. Значит, хорошие телескопы. И это реальные фотографии, которые получены на телескопах. И это как раз эффекты гравитационного линзирования. Ну, так называемые кольцо Эйнштейна, вот знаменитые наблюдения крест Эйнштейна. Вот такие здесь дуги наблюдаются. Это типичная картинка, полученная на телескопе с гравитационными линзами. Но хочу привести вам, даже это уже идет как бонус. Значит, я хочу показать вам результат, который получен нашими астрономами. Значит, это уже, на самом деле, это очень сложное наблюдение. Но вот наши астрономы получили в своих исследованиях гравитационную линзу. Ну и вот как это реально выглядит. Вот вы видите, вот эта дуга, это не дефект изображения, это реальная дуга, которая остается на фотопластинке или там сейчас на матрицах, ПЗС-матрицах и так далее. Вот эта гравитационная линза была получена в 16 году, обнаружена нашими астрономами. Ну и вот видите, я здесь ссылаюсь, чтобы не говорили, что это только я придумал. Еще один эффект. У меня пара слайдов осталось. А?
Это не со мной надо договариваться, да? А со следующим докладчиком. Время вышло, да? Но давайте я все-таки тогда скажу. Значит, смотрите. Смещение перигелия. Да? Смещение перигелия – это еще один эффект, который напрямую свидетельствует об искривлении пространства-времени. Поскольку у нас… что такое смещение перигелия? Ну, согласно теории гравитации Ньютона, космическое тело вращается вокруг массивного центра, ну, Солнца, например, по эллиптическим орбитам. И причем это точная эллиптическая орбита. Но поскольку у нас сейчас пространство искривлено, то вступает в действие вот то, что само это тело, которое вращается вокруг Солнца, оно тоже искривляет вокруг себя пространство, и законы движения чуть-чуть меняются. Это приводит к тому, что эллиптическая орбита становится уже не эллиптической, а представляет собой такой лепесток. То есть эллипс немножечко поворачивается. Это известный факт, и астрономы этот факт наблюдали для Меркурия тоже много-много лет. Но учет всевозможных возмущений, которые делали астрономы, показывал, что смещение перигелия Меркурия не удавалось никак объяснить. Ну и после того, как была создана теория относительности, общая теория относительности, Эйнштейн сделал расчеты и показал, что если у нас пространство искривлено, то как раз мы получаем то самое смещение перигелия. И это было сделано, и вот видите, смещение тут очень-очень небольшое. Но именно такое смещение наблюдалось. Там в столетие это 43 секунды было смещение. И вот точно такое число было получено Эйнштейном. Ну, вот эта картинка я вам точно покажу, даже почти говорить не буду. Значит, гравитационные волны. Гравитационные волны, недавно был большой шум, что было совершено открытие гравитационных волн. Что такое гравитационные волны? Гравитационные волны – это волны кривизны пространства-времени. И очень важно было сделать прямое наблюдение гравитационных волн, потому что прямое наблюдение гравитационных волн непосредственно показывало нам, что действительно пространство-время искривлено. То есть это искривление пространства-времени вдали от источников. То есть не надо нам сидеть на Солнце, на Земле, чтобы наблюдать искривление пространства-времени. Это искривление пространства-времени, которое распространяется как волна по пространству. И наша Вселенная заполнена этими гравитационными волнами. Другое дело, что они очень слабы. Мы делали оценки для Земли, вы видите, какие маленькие значения. Они очень слабые, поэтому это была большая задача гравитационные волны обнаружить. Но есть области, где искривление пространства очень велико. И все вы слышали слова «черная дыра», сейчас там появился этот фильм, как он называется, куда там все ходят, смотрят. Сейчас, я заканчиваю. Это же интересно, Сергей Иванович. Вот смотрите. Да, вышло, да? Ну хорошо, давайте, это просто интересно. Осталось у меня 3 слайда. Значит, вот смотрите. Нет, я вам сейчас покажу тогда такой результат. Вот, ну, черная дыра – это область, где пространство, кривизна пространства очень высока. И, значит, как получить черную дыру? Как получить черную дыру? Смотрите, для того, чтобы создать черную дыру с массой Земли, это, кстати, важно, я должен успокоить публику, потому что недавно был шум. Вот нельзя ли там в Большом адронном коллайдере сделать черную дыру, да? Вот успокойтесь, все будет нормально. Потому что, смотрите, для того, чтобы создать черную дыру с массой Земли, а масса Земли 10-24 килограмма, мы должны всю массу Земли сжать до размеров гравитационного радиуса, то есть 8 миллиметров, но это горошина. Вот всю массу Земли мы должны сжать до размеров горошины. Ну и при этом плотность такой горошины 10-27 грамм на сантиметр в кубе. Плотность воды примерно 1 грамм. То есть разность 10-27. Ну, для сравнения, плотность нейтронных звезд, наиболее плотных объектов во Вселенной, которые наблюдаются, всего лишь 10-14 грамм на сантиметр.
кубический сантиметр. Поэтому для того, чтобы нашу Землю превратить в черную дыру, мы должны приложить огромные усилия, чтобы всю массу сделать очень плотной. Ну, сверхмассивные черные дыры тоже быстренько пробегут. Вот посмотрите на картинку, я просто интересный факт покажу, что в центре нашей галактики находится черная дыра под названием «Стрелец-А». Значит, масса этой черной дыры 4,3 миллиона солнечных масс. И причем эта масса заключена вот в такой области. Значит, я вам должен сказать, что 120 астрономических единиц, здесь астрономы сидят, вот они подтвердят, это примерно размер нашей Солнечной системы. То есть вот 4 миллиона солнечных масс заключены в область пространства с размером нашей Солнечной системы. К счастью, черная дыра в центре нашей галактики, она не активна, то есть она все, что вокруг нее было, она уже съела, и сейчас там пустота, поэтому она не активная, она не излучает жесткого излучения. Ну, вот это точно последний слайд, это геометрия однородной изотропной Вселенной. Значит, геометрия нашей Вселенной, она, наша Вселенная в целом искривлена, и один из вариантов – это гиперболическая геометрия, которая в точности есть геометрия Лобачевского. То есть возможно, что геометрия нашей Вселенной описывается в точности геометрии Лобачевского. Но здесь есть разные варианты, просто у меня уже нет времени, чтобы об этом рассказывать. Так, наследие Лобачевского. Сергей Иванович, ну я должен этот слайд показать. Смотрите, значит, у нас действительно в нашем университете, видите, в области... А? У нас еще один доклад. Все. Значит, смотрите, я приведу слова. Вот, спасибо за внимание. Thank you.